Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Ну вот, как и обещала, что жду шикарного цветения от одной красотки. И вот она распустилась. Сегодня 14 февраля, и первый бутон у нее раскрылся 10, 11, 12, ну, в общем, в пределах вот этих дней раскрывались бутоны. Посмотрите, какое чудо! Это просто чудо! Естественно, она стоит у меня здесь. Мне пришлось ее принести для того, чтобы снять. Я ставлю кадры, где она у меня живет. Вы посмотрите, какая красота. Боже мой. Не перестаю восхищаться. Посмотрите. Аромат, это я даже не могу передать, как пахнет. Это просто какой-то вот волшебный аромат. Так, я ее тут немножко кручу, чтобы показать со всех сторон. К сожалению, вот солнце уже из комнаты уходит. Поймала последний такой лучик. И при свете хочу вам ее снять. При солнечном свете. Это Брасса Лелия Катлея Памела Финей. Купила я ее в 2018 году. В январе, по-моему, был завоз. Куплена она была в большом размере. 4-5, по-моему, они идут. 3-5-4-5, где-то так. Вот. Она цвела у меня в том году и именно в феврале. Я показывала и видео на эту ссылку. Я оставлю на это видео. Тоже был февраль. И, в общем-то, не изменяет она своему графику. И вот опять в феврале зацвела такая красота. Но это что-то бесподобное. Чехлы образовались на двух новых ростах, которые выросли у меня с весны до лета. В сентябре я снимала видео обзор всех моих орхидей, которые стояли на улице. И я показывала Памелу Финей. У нее было два маленьких чехольчика. Именно на тех новых ростах, которые она вырастила. Естественно, уже осень, и нужно было что-то думать, потому что Катлеи без света, ну, практически не зацветают. Им нужен или солнечный свет, или обязательно досветка. И вот видео тоже немножко прикреплю. Значит, они у меня были поставлены, все цветы, которые были на улице, я занесла в баню, быстро было организовано место. Катлея стояла по центру, и именно по центру была подвешена фитолампа от мини-фермер. Большая лампа, которая свисала над чехлами. И сейчас скажу, сентябрь, октябрь. В общем, 6 месяцев прошло с тех пор, как вот до цветения сентября до февраля. Именно под лампой стояли вот эти вот чехлы. Медленно-медленно они развивались. Ну вот, наконец-то они распустились. Я, если честно, надеялась, ну пусть хотя бы по одному цветочку. Ну нет, выдала мне по два бутона с каждого чехла. И вот такие огромные цветы. Ароматные огромные цветы. Я прекрасно понимаю тех, кто увлекается катлеями, потому что это что-то очень сказочно красивое. Вот такая вот красотища. Солнышко уже уходит. Посажена она вот в такой горшок. Глиняный горшок у меня был терракотовый с дырочками. Здесь я ей намешала. Там и кора крупная, и пенопласт, и вот камушки, и пемза. Причем пемза это, которая такая, знаете, пятки тереть. Добавила. Вот здесь у нее попала какая-то трава, причем я ее выдирала. Но она опять активно растет. Зелень такая. Такие бульбы. И за зиму, параллельно тому, как развивались у нее вот эти... Так, мне бы ее не уронить с этой моей импровизированной конструкции. За зиму она мне еще вырастила вот этот новый рост. Оп, липка. И посмотрите, здесь у нее тоже чехол.
Очень оказалась такая она благодарная на цветение. Это красотка, посмотрите. И, скорее всего, летом, так как все это будет выставлено на улицу, я увижу еще один цветок. А может быть, здесь тоже будет вот так вот два бутона. Это вот старый ее чехол, когда я получила ее, вот она цвела тоже. Ну, все ссылки я оставлю внизу, кому интересно. Вот такая у нее посадка. Посмотрите, как у нее повылазили корни. Я, если честно, не знаю, что ей следующее предложить. Это очень большой горшок. И куда мне ее потом нужно будет пересадить. Вот здесь тоже корень пророс. То есть, в общем-то, вот такие горшки отлично работают с котлеями. Им очень все нравится. Всю зиму, так как она у меня стоит не дома, дома, конечно, ухаживать проще, я ее поливала только проливом, обильно проливом. Ну и опять же с разными своими удобрениями. Больше шли уже удобрения с фосфором, потому что уже были бутончики. А удобрения я покажу, наверное, отдельно. Сейчас я здесь все закончу. И вот периодически сначала проливом водой, обильно проливом водой. Вот. И следующий полив был с удобрением. Ну, вот такая прелесть получилась. Такой шикарный гибрид. Сейчас она у меня вся сухая. Я вот занесла ее домой для того, чтобы снять видео. И сейчас я поставлю ее в воду. Пару раз я тоже относила ведро с водой в баню, как вот она у меня там стоит, и там замачивала. Но это было всего пару раз, наверное, где-то октябрь-ноябрь. Больше я этого не делала, потому что, ну, неудобно таскать туда-сюда воду. И полив был именно только проливом. Обильно-обильно прям вода выливалась, горшок весь был мокрый. И где-то вот, ну, может быть, через каждые 2 дня я ее так вот обильно проливала. Но мне главное нужно было, чтобы был свет, чтобы чехлы развивались, чтобы в чехлах развивались бутоны, чего я, в общем-то, и добилась. Конечно, если у кого-то сейчас вот есть бутоны или чехлы и начинает светить солнышко, в общем-то, я думаю, что можно уже без ламп обойтись. Но так как это была зима и помещение, где она у меня стояла, достаточно темноватая, без ламп там было никуда. И вот эти вот помощницы наши, лампочки от мини-фермер, сделали, конечно, свое дело, и вот такая красота у меня зацвела. У меня там тоже есть еще одна котлейка, я показывала ее, маленькая, тоже маленький чехольчик, но пока еле-еле идет процесс. Ну и здесь достаточно долго, знаете, вот так вот 6 месяцев ходить, наблюдать, поливать, ухаживать и каждый день ждать, когда треснет чехол, чехлы треснули, когда покажутся бутончики, бутончики показались маленькие, потом они начали расти, оказалось, что это не один, а два. И знаете, это, конечно, вот эти муки ожидания, и вот оно вознаграждение. Места занимает достаточно, и горшок большой, и листья крупные, и цветы огромные. Ну вот, лето опять будет выставлено все на улицу, на солнышко. Ну, у меня такое место, я показывала, что там не целый день светит солнце, и котлея там прекрасно себя чувствовала. И вот такие у нее были выращены новые росты, и с них сразу 2 чехла она выдала. Это вот сентябрь месяц, тоже ссылку на это видео я поставлю. И вот этот удивительный, я тоже думала, что просто будет новый рост, а вот прям сразу он и с чехлом, причем вот уже чехол какой большой. Так что вот такая у меня прелесть ароматная сейчас цветет. Очень жалко, что мне придется отнести ее обратно. Она его украсила, конечно, здесь. Даже если в комнате на столе поставить такую красоту, это просто вот весенний букет в феврале месяце. Но, к сожалению, свет ей нужен.
Здесь места у меня на окнах нет, я бы ее с удовольствием бы оставила. Я перенесу ее обратно, верну на свое местечко. И вот каждое утро хожу включать свет, вечером мы его выключаем. И вот это время как раз полюбоваться. Я уже думала, что может быть что-то убрать здесь с подоконников, оставить ее. Но так все стоит у меня, что и этим растениям, орхидеям свет нужен. Я не могу их тоже никуда переставить. Ну, в общем, такие, знаете, муки. Муки движения с цветами. И хочется на нее дома любоваться. Ну вот сейчас я ее хочу замочить, поставить ведерко с водой, чтобы хорошо пропитался и горшок, и корни напились, потому что пролив все-таки это, ну, пролив. Вообще, все лето я свои котлеи, вот особенно большую, которую у меня цвела, Йонг-Конг-Санг, я тоже показывала, кому интересно, ссылку на это видео я оставлю. Она цвела зимой. Вообще, до зимы она все время у меня замачивалась. Я замачивала ее в ванне, так как она в деревянной такой корзинке. Котлеи, конечно, не любят попить. Никаких просушек я им не устраиваю. Я их постоянно поливаю. Есть рекомендация, что котлея должна посохнуть. Но мои котлейки не сохнут. Я их поливаю. Тем более здесь вот этот вот горшок. Он тоже, конечно, забирает влагу от корней. Но вы знаете, прям вот супер-супер, как они растут. Я, наверное, для остальных своих тоже вот куплю такие горшки. И хочу начать сама делать вот эти дырочки. Нужно доехать до Леруа, найти сверло. Такое, знаете, оно должно быть как наконечник у стрелы. Вот. И делать вот эти дырочки. И, скорее всего, все свои котлеи я пересажу в эти горшочки. Потому что там корни дышат, котлеи любят, чтобы корни дышали. И грунт тоже. Я говорю, там много у нее пенопласта, керамзит. Кора крупная. Вот ее дырочка. Кому интересно. Это от Микки Орхид поставка была. Таких вот огромных котлей. Ну, размер, вы знаете, тоже имеет значение. Купив маленькую котлейку, это будет один результат. Вполне возможно, что не скоро она зацветет. А эти вот такие вот огромные, они и приходили тогда цветущие. И очень многие получили их именно вот уже с бутонами, с чехлами. Кому-то доставались такие. Ну, вот моя была с бутонами в том феврале, да, в 18-м. Дома она процвела. И вот теперь опять февраль. Удивительно то, что прям вот опять февраль, строго. В свое время она заново зацвела. Бесподобная красота. Это просто, конечно, шедевр какой-то. Так посмотришь на них и захочется еще какую-нибудь котлею себе приобрести. Но я-то знаю, какую мне хочется. Хочу я еще купить одну себе котлею. Я давно ее хочу. Но это пока будет мое желание, моя мечта. И, в принципе, пусть все наши желания исполняются по мере их возникновения. Так что, если все иметь сразу, это неинтересно. А так есть желание, есть к чему стремиться. Солнышко совсем уходит уже с этого места, остается прям чуть-чуть. Ну, вот первый день у нас сегодня, в общем-то, светит солнце. Такое вот на улице завалено все снегом, нас завалило снегом. Ну вот, показала вам прелесть. Сейчас я вам покажу удобрения. Удобрений у меня уже стало много. Если раньше у меня была одна бутылочка, то теперь этих бутылочек у меня целая куча. Ну вот основное, которое она получала. Да, в принципе, они у меня все одинаковые, что для всех разводила, то и котлей. Единственное, что не было там тех удобрений, где высокое содержание азота. Вот. Ну, такие вот основные я вам сейчас покажу. Вот эта прелесть еще. Последние лучики солнышка в этой комнате. Вот такая у меня красотища цветет. Ну, вот как эта красотка стоит на столе. Ее можно просто оставить.
в качестве букета такого. Но, к сожалению, здесь нет фитолампы, которая нужна для цветения. Аромат просто потрясающий. Вот такими удобрениями я пользовалась. У меня нет такой строгости, что... То есть я их меняю периодически. Это вот всем известная Форте красота. Мое любимое Green World, тоже для орхидей. Вот это удобрение, вот здесь самое большое содержание калия и фосфора, вот в этом удобрении. Также вот здоровье осталось по бутылочке. И Биоголд я покупала. Покупала я его, где японские орхидеи. Вот такие вот гранулы, камушки. Они настаиваются в воде, желательно недели 2-3. И потом проливаются цветочки. Вот такой Биоголд. То есть схемы определенной у меня нет. Периодически вот я поливаю, какой развожу, и так все, и все свои орхидеи я проливаю. Так что вот такая вот у меня Brassa Loelia Cattleya. Вот такое у нее шикарное цветение. Я просто счастлива, понимаете, 6 месяцев ждать, когда вот это вот раскроется. Это тоже надо иметь такое терпение. Труд дождаться этой красоты. И вот я дождалась и вам показываю, как и обещала. Так что, кто еще не покупал себе какую-либо Cattleya, обязательно ее покупайте. Они все прекрасные, они все красивые. Ну, это просто потрясающе. Вот она такая огромная, она просто огромная. Я уже не стала брать линейку мерить. Но здесь все хорошие, 18-20 сантиметров точно есть. С потрясающим ароматом. Показала вам свою красоту. Сейчас я поставлю ее в ведро, потому что этот горшок никуда у меня не помещается. В те емкости, которыми я пользуюсь для замачивания. И залью ее снеговой водой, снежной водой. И Cattleya напитается, и потом я отнесу ее на место, там, где она у меня и зацвела, где она у меня всю зиму простояла. Вот такой результат. И вот такая красота. Пахнет, я даже не могу вам передать, какой идет аромат. Вся столовая заполнилась вкусным таким насыщенным сладковатым запахом. Это просто какой-то вот освежитель воздуха стоит у меня сейчас здесь. И шикарно она пахнет. Очень красивый у нее цвет. Такая вот у нее губа, огромная губа, темная, желтая. Ну, это просто сказка, конечно. Листики я ей протерла. Водичкой все помыла и лимоном. Выдавила лимонный сок и натерла все ее листы. Ну, теперь надеюсь, что когда я выставлю все это на улицу, может быть, и раньше, вот этот чехол тоже. Очень порадовал меня этот рост. Прям вот сразу раз и с чехлом. Уже думаю, что я буду с ней делать дальше. Может быть, куплю горшок большего размера и вместе с этим горшком ее поставлю в другой горшок. Потому что я так думаю, что если ее оттуда доставать, можно травмировать корешки. Ну, в общем-то, есть у меня время еще подумать, и как с ней быть. Потому что место у нее, если она начнет еще активно расти, у нее, в принципе, здесь уже не осталось места. Может быть, еще на одну бульбу хватит. И все. Ну, вот такая прелесть у меня зацвела. Вам похвасталась. Похвалилась. Сейчас поставлю водичку, полюбуюсь сама еще чуть-чуть, это вам покручу, покажу. Все лоэлии, если кто-то будет брать чистую лоэлию, им обязательно нужен свет. Без света цветение, в общем-то, не получить. Повезло тому, у кого южные окна есть, у меня их нет. Ну и вот здесь на выручку лампочки, фитолампы от мини-фермер. Просто они спасли вот это вот цветение.
благодаря этой лампе зацвела вот эта котлея. Так что заказывайте обязательно себе котлеи, у кого нет, и будет у вас вот такая красота. Ну, на этом, наверное, все. Всем пока и до встречи на моем канале.